не должны. Собираем, но не должны. Я буквально недавно разговаривал с нашим министром, поставил ему такую задачу и сказал, что вот эту практику сбора с родителей нам нужно прекратить, нам нужно уйти от этого. Это небольшие деньги, а моральный ущерб нам наносит это, ну, колоссальный. Ну, вот эти вот, я как понимаю, сборы там на мел, ну, абстрактно, да, там. Ну, я абстрактно говорю, на что мы с родителями сегодня собираем? На жалюзи, на окна, на мебель. Стараемся делать это аккуратно, просим. Нет, нет, я категорически против этого и поручения министерству разработать, внести поправку, уйти от этих всех сборов.